В региональном правительстве обсудили проект федерального закона о развитии арктической зоны. Это один из важнейших документов, который может повлиять на благосостояние нашего региона уже в ближайшие годы. Инициатором возобновления работы над законом о развитии Арктики стала профильная комиссия, в состав которой входит и губернатор Мурманской области. У федерального проекта непростая судьба. Последняя попытка сформировать содержание была в 2013 году. Тогда развитию помешала неопределенность по составу арктических территорий. Но недавно федеральным правительством этот вопрос был решен, так что на пути у нового закона фактически нет препятствий. Региональные власти работают над своими предложениями по содержанию документа и представят их в Минэкономразвития в ближайшее время. К 1 сентября проект закона будет сверстан. Пока ведь закона нет как такового. Пока мы с вами будем обсуждать и разрабатываются всеми субъектами, входящими в арктическую зону, пока это только перечень статей. И по каждой статье мы высказываем свое мнение о том, что бы туда необходимо было внести. Это закон, который вообще будет регламентировать всю деятельность, всю жизнь на севере. Просто каждое ведомство, каждый, наверное, будет больше обращать внимание на то, к чему он ближе. Кто-то об экологии будет говорить, кто-то о сохранении коренных малочисленных народов севера, кто-то вот о бизнесе и так далее.